Игровой канал Мистер Коко представляет. Всем привет, продолжаем играть в Эпистори. Или Эпистори. Так, нам надо тут кругаля такого навернуть нормального. Чтобы попасть... Сюда нельзя. Сюда идем. Отсюда, по-моему, вообще начинали. То есть можно вправо вниз пойти, можно влево вверх. Давайте сначала туда сходим. Что нам эта часть откроет? Ничего, просто короткий путь, видимо, да? Или еще что? Ага, вот здесь вот еще. Так, хорошо. Тогда пойдем вот туда в пустыню. Там откроем. Правильно, пройти-то вот по этой дорожке, наверное, да? Вниз по дорожке. Мне кажется, что это вообще уже... Почти все пройдено-то. А, вот, мы ветер еще не выучили. Ага. Сюда мы не можем пройти. Или можем просто с другой стороны? Нет, наверное, не можем. Да, мы же ветер не выучили. Не знаем, что это такое. Так, зря сюда пошел. Зря. Блин, там конкретный обход такой всего этого дела. Или нет? Здесь же можно? Нет, подожди. Да, вот так вот я пройду, наверное. Вот тут еще доступно улучшение. Входы в подземелье. Да, нам это осталось. Вот еще вот это место и вот это место. Два места еще нам осталось. Видимо, мы сейчас должны ветер изучить, после этого мы сможем открыть уже проход туда, в последнюю область. Ну, я так полагаю. Могу ошибаться, конечно. Но... Ты такой холодный. Какая сборка в океане.
idle winds played in her hair. Вот, ветер, точно. She smiled for a moment, delighting in its feather touch, until the wind picked up, and tornado's fury blotted out the sun. Ветер перемен. Нормально тут нам пооткрывало. Так, я хочу за сундучком сходить. Еще что-то можно открыть. Здесь битва за место под солнцем. Так, и куда нас пере... А, это телепорт какой-то просто. Тихо. Да хорош, сколько вас тут? Тут не пройти. Серьезно? Меня убьет Абхаз? Чуть было не убил Абхаз. Опять член. Дворянин, блин. Пошел в жопу. О! Могли зажать. Так, я уже к ветру-то отправлюсь, нет? She saw islands floating in the sky ahead of her,
As if the tornado had ripped the very earth asunder. Чтобы активировать, видимо, телепорт. А, вон вход. Понятно. Разбитые острова. Windmills rotated lazily in the distance. A deceptive calm filled the air. Magnolia winds swept gently through her hair. Тут надо будет думать, наверное, куда телепортироваться. Хотя я надеюсь, тут линейно все. Я, наверное, туплю, но я не понимаю, куда идти. The land lay broken around her. Понимаю. Fractured by the tornado's will. She wondered if she were broken too. Что, все почистим? Лох. Спасибо. Так, это что? Это возврат на землю? Или что? А, нет ее. Не успел, что ли? Серьезно? She wondered what stories had been unearthed. А что здесь? By the tornado's furious passage. Who will tell my story? What is my story? Кума. Ну, один из пяти. Work of ruins surrounded her. Так, подожди, я прошел там. Нет, прошел.
and columns of ivory. A skeleton home. Что, все активировал, нет? Сосна. Занятым. Тут завалено все. Серьезно? А, подожди, здесь можно как-то пройти? Нет. Ага. Через ту дверь, ясно. Confusion of wind swept past her. Летит, блин. Казах летит, молодой. Мне кажется, мне надо вправо сходить. Сундучок. Сундучок тут. А, я думал, 2 из 5 будет. Все время этот мягкий знак как-то пропадает у меня из-под пальца. Ладно. 100 dissenting voices. The soft zephyr carried poisonous lies. Кто это? Беги, 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 беги. Беги, 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 беги. The ragged Soraka whispered sweet nothings. Беги, 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 беги. Беги, 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 беги. Куда, 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 куда? Плохая идея. Фарт. Алло, блин. Бежит, 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 бежит. Ага. Парень,
Ты что? Я хотел его обойти, но нет. Не дали мне такой возможности. Так, я на суду потом заберу. Прикольно то, что заново не надо все это делать. Бежать? The cacophony threatened to blow her away. Убежали. Нет, не убежали. Убежали. Сейчас мы выучим и вам наваляем. Что делает ветер? Что делает ветер? Ну-ка. Ну. Я бы не сказал, что это нечто такое. Огонь пока самое лучшее вообще. Так. Понял. Насколько быстро это надо сделать? Чё? Как это работает? Подожди, может быть, здесь надо стоять? Точно, охренеть. Тут еще и направление важно, откуда я посылаю все это дело. Для максимального эффекта цельтесь в центр. Так, я могу вернуться за сундуком своим? Ну, ветер так себе, надо сказать. Он, конечно, откидывает, но... Огонь-то явно лучше, он сжигает все-таки. Что? Простите. А, да-да-да, простите. Еврей, блин. Так, ну мы сюда прибежали, соответственно, вот сюда надо, чтобы он подул. Ага. Или... А, пофиг. The winds began to give her direction. О, неплохо так сдувает, кстати. Thank you.
Я бы не сказал, что супер сильная какая-то. They carried her. Я еще из-за того, что его сдуваю, я не могу потом применить на следующего парня. She wondered whether that would be enough. It was something at least. Так, ну ладно. Доступно улучшение. Ай, я не прочитал, что появилась магия ветра, которая дальше отбрасывает врагов. Так, это на 3. Это на 3 кидается. Это на что кидается? На 2. Видимо, с какой-то одной стороны надо это все пульнуть отсюда. Да. Не попал. Попал. A wind picked up from nowhere. Может, действительно ветер? Пожалуй, ветер возьму. Он их неплохо так откидывает. Единственное слово сразу пропадает следующее.
Стохастика, что? Что чего они так быстро полетели то алё Да, вот так поудобнее, конечно. Да. Это было гораздо удобней. С ветром-то. Ветер в хату. Так, сундук, сундук, сундук. А как вот тот забрать сундук? Видимо, прыгая по телепортам. Ну, как-то вот тут вот. Прыгая по облакам. Я даже не знаю, как это сделать. Это как-то... Видимо, вот оттуда. А тут не пройти. Серьезно? И тут не пройти. Ладно, поскакали. О, баргузин. Давно я ждал этого слова. Чу-чу. Три из пяти. Ой. Нет, сюда нельзя. Все-таки сюда, да? Да подожди, я же не могу отсюда запульнуть сразу по двоим-то. Не получается. Не достаю я. А, вот оттуда надо, я понял. Сундучок, я хочу тебя. Was she really here?
Ого, тут головоломочки. Что, огромная миссия получается. Центр фигачим, да? Так он попадает только по одному. Четыре из пяти, хорошо. Так, а теперь все продувать это дело, да? Так, одна открылась. Здесь не закроется. Еще одна открылась. Последняя не откроется так. Открылась, отлично. А, вот это еще не открылось. Биплан и газ надо одновременно, видимо, крутануть, да? Открылась. Это было несложно. Это по любви. Открывай. Чё? She found the center of the islands, the eye of the storm. О боже, дай мне сил. Почему их не сдувает? Вот почему их не сдувает? Давайте огонь возьмем. Все равно по два пока. Инциденция.
she battled with unnamed forces. Ну, это было гораздо проще, чем захватывать какие-то другие территории. Так. Карту мне покажите, пожалуйста. She left the islands with renewed purpose. She realized that she felt whole for the first time. Ладно, сюда мы отправимся потом. Мы закончили, получается, разбитые острова. Пятый сундучок я возьму за кадром. А вам спасибо, что смотрели. Продолжение в следующей серии. Ставьте лайки. Всем пока.